Здравствуйте, дорогие друзья. Так сегодня выглядит граница Краковец. Вот люди ожидают возможности проезда на польскую территорию. Вот, но, к сожалению, ни у кого ничего не получается. Мы сюда приехали в полночь. Вот, и ни один человек не попал на польскую территорию. Водители грузовиков проезжают, украинцы выезжают из Польши, их вывозят автобусами. Вот, и эти автобусы возвращаются пустыми в Польшу. И никого, к сожалению, с собой по дороге не берут. Вот, напомню, что граница Краковец. Вот, время ожидания 12 часов. Вот 12 часов мы ночь здесь простояли, прождали. Вот, и, к сожалению, вот ничего не получилось. Так что вот такая вот история, да. Людей впускают, пожалуйста, можете ехать в Польшу, но только на машине или на чем-нибудь таком, на велосипеде, допустим. Да, пешком нельзя пройти. Вот такая вот ситуация. В общем, очень все плохо. Всего доброго!